Всем привет, с вами Прия. Хотелось бы маленько напомнить вам о том, что все-таки 7.2 выходит скоро, и это будет значить то, что Mythic Plus и обычные Mythic инсты повысятся в своей сложности, а это и значит то, что повысятся награды с них. Таким образом, с самых обычных Mythic инстов в текущий момент мы лутаем 840-й шмот, различные там реликвии, аксессуары, колечки. А тогда, когда выйдет обновление 7.2, мы будем лутать 865-е вещички. Таким образом, также повышаются вещи, которые мы получаем при прохождении Mythic Plus подземелий. И я сходил чисто потестить вторую утробу. Ради прикола, конечно, я могу залить эту запись. Там было все весьма весело, мы шли без хила. Но это по вашему усмотрению, захотите залью, захотите нет. Ну, как-то сами решите, типа, да, нет, там, в комментариях отпишите. В общем, со второго и третьего, получается, сундука сложностей мы получили 65-е и 70-е вещи. Увы, никому ни закаленных в бою, ни кованых титанами вещей не упало. Ну, то и следовало ожидать, конечно, шанс весьма низок. Самое интересное еще то, что когда я скопировал этого персонажа на ПТР, напомню, что мы сейчас находимся на ПТР-версии, обновление 7.2 на живых серверах еще пока что не вышло, сегодня 18 марта. Скопировав персонажа, у меня был активный недельный сундук. Ну и что вы думаете, я пошел его лутать ради интереса, и Blizzard писали о том, то, что чем выше ключ вы закрываете, тем больше ваша награда будет в плане получения силы артефакта, так сказать, некоторая мотивация. Не просто закрыть пятнашку ради недельного сундука и свинтить, а можно закрыть, наверное, даже еще и больше, и получить еще и больше в итоге силы артефакта. Итак, две шмотки, две вещички, которые я полутал, то есть это шея и реликвия на артефактную силу. Как вы думаете, сколько дает реликвия на артефактную силу? Да, это именно та, которая вот сверху курсора мышки. 100 тысяч? 200? 300? Миллион? Больше? 1 200 000. Только, увы, использовать я не могу, потому что цепочка на старт 7.2, скажем так, на кампанию по Расколотому берегу у меня не сделана. Если сделаю, тогда я смогу влить эту силу артефакта в свой артефакт. А пока что он имеет у меня вот такую вот форму. Ну и как я уже ранее сказал, то что уровень вещей поднимают на, получается, 25 эквипов. То есть раньше мы дропали с обычных эпохалок 840, сейчас 865. Это также сказалось на добыче смиф плюсов. Как бы, знаете, я ничего не хочу сказать. Но если такие вещи начнут дропать уже со старта 7.2, это будет забавно. А если такие вещи с недельного сундука будут дропать только тогда, когда выйдет гробница Саргероса через 6-8 недель после запуска 7.2, тоже забавно весьма. Ясное дело то, что кап уровень вещей подымется. Либо при выходе 7.2, либо при выходе гробницы Саргероса. Но давайте подискутируем на эту тему. Инсты станут сложнее, когда выйдет 7.2. 7.2 и выход рейда не связаны между собой. Запомните это. И несите эту мысль всему миру, скажем так. О чем я? Ах, да. Так вот. И получается то, что по факту лут должен быть уже усиленным. То есть, скорее всего, получится так, что вот с 29 по 5 число вы закроете какой-нибудь там миф плюс, какой-нибудь там 30-й, 25-й. А почему я такие большие цифры беру? Потому что мы планируем такие ключи закрывать. Там очень легкая неделя будет. Это кровавый, вулканический и укрепленный. Неделя наилегчайших модификаторов, при которых можно брать, ну, чуть ли не мировые рекорды. Вот. И если же уровень вещей с Mythic Plus сундуков,
конкретно недельных повысят при выходе 7.2, а скорее всего это будет 5 апреля, ну я так считаю, и полутать 925-ю шмотку в этот день, это будет такой неплохой весьма праздник. А еще если к тому же это будет какой-нибудь аксессуар, а если еще это будет аксессуар с аметистовой крепости, а если же это еще будут челюсти ледопасти, о, это ж я не знаю, тогда можно что делать, просто танцевать прям. Ну, аксессуар действительно сильный, если давать его в 5 целей. 1462 универсальности за каждый таргет при 865-м эквипе. Это много. Жаль то, что на всяких вовхедах и других сайтах масштабирование не очень хорошее, но оно не радует меня. Так бы хотелось глянуть, сколько 925-й челюсти бахают универсальности. Косарика под 2, наверное, 2,5 за один таргет. В общем, верим, надеемся, ждем. Действительно надеюсь на то, что уже при выходе 7.2 будут падать такие шмоточки при закрытии 15-х недельных сундуков. Хотя написал эпохальный 10. Странно это все, на самом деле. Поизучаем, может что-то еще напишут по поводу этого. Какая-нибудь, может, инсайт инфа вылезет за пару-тройку дней до старта обновления 7.2. Всех вам благ, счастья, здоровья, побольше легендарочек с недельных сундуков и наиполезнейшего лута. Надеюсь, вам перестанут падать вещи. Ох ты. Ох ты, ох ты, ох ты. Надеюсь, вам перестанут падать вещи, которые уже есть у вас в виде легендарок. До скорого.